Самое время объявить имя победителя нашего сегодняшнего фотомарафона, который посвящен Дню воздушного поцелуя. Такое милое, красивое название, все о любви, и мы всей дружной командой программы «Добрый ранец Беларусь» определились, что победитель – вот эта вот фотография. Посмотрите, вы все увидите сами. Там ждали мы, конечно, ангелы. Наш воздушный поцелуй, который мы с Надеждой вам в начале программы отправляли, но… Ну, ты лукавишь, Глеб, ну, не то чтобы не ждали. Я нам было бы, конечно, надеялся. Приятно, да. Но вот посмотрите, вот эта прекрасная девушка, Анастасия Перепичка, прислала нам эту фотографию. Поздравляем вас, и наши редакторы с вами свяжутся, расскажут, где вы заберете подарки.